что ты скажешь? Мир продлится, пока Рим не пришлет нового. Мир. Конца этому нет. Незримые должны научиться выживать так же, как Орден. Есть более насущная проблема. Гамелад. Люди смотрят на него, как на бога, и восхваляют все, что он делает. Он сражается за свободу. Мы с тобой видели бойню. Я говорила с жителями. Такая резня здесь не редкость. Каждый раз мятежники Гамелата задевают римлян. Повстанцы прячутся среди мирных жителей, и ответ римлян достается самым уязвимым. В бою гибнет много невинных людей. То есть он делает это специально? Именно так появляются мученики, а их семьи мечтают отомстить римлянам. То есть он устроил резню, чтобы набрать больше народу? Это уже не в первый раз. У его мятежа ужасная цена. Он же друг. Вспомни. Клеопатра была мне больше, чем другом. И я так ей доверяла. Ты помог мне прозреть. Я с ним поговорю. Гамелату удалось меня поразить. Он что, поднял мятеж ради собственного могущества? Вряд ли. Скорее, он настолько верит в это восстание, что не думает о цене. Он и впрямь считает жертв мучениками. И забывает, что лишил их выбора. И это работает. Когда римляне пришлют нового генерала, он вновь так поступит. Шашечку. Я убью тебя! Умри уж! Засада. Я его вижу! Мне не справиться! Слишком силен. Нужно идти. Но! Интриги, предательство, коррупция. Лучший город для незримого. А я-то ждал рассказа о винах. Вина там хорошие. Загляни как-нибудь. Попробуем вместе. Может, и загляну. Впереди. Его окружают повстанцы. Для них он бог. Нельзя драться с ним у них на глазах. О, боги! Это безумие! Ты говоришь... Как же ты молод, а? Подходи, солдат, посмеемся. Что это? Неп, где твой вождь? Гамелат на охоте у оазиса. Не с чего мне смеяться. Ух ты, какие мы серьезные. Зачем же ты пришел? Так, давай поднимем.
клад. Надежда на Батеев. Придется их всех разочаровать. Только поговорить с ним, больше ничего, да? Не залезешь. Как все? Никак. Хорошо. Готовился. В чем дело? Это ты виноват в бойнях. Погибло множество людей. Я показал людям истинную жестокость римлян. Благодаря мученикам многие воины продолжили бой. Мученики? Что стоит жизни деревенских жителей перед всеобщей свободой? Горстка деревенских жителей? Им не дали выбора! Баек, ну что за чушь? Мы на одной стороне! Нет. Мы будем биться. Да будет так. Ты станешь великим мучеником. Ты хорош незримый, но у меня самый крепкий щит на Синае. Все кончено, Баек. Я побеждаю. Победить, незримый! Да вроде как поговорить. Канус поет о твоей смерти! Ты ж... Я смотрю, ты бесстрашный. Я осмелился напасть на вождя повстанцев, глупец! Совсем этого не хочу. Пора покончить с этим. Это огонь. Вот тебе разговоры. Свобода не должна вредить жизням невинных. Они имеют равный вес. Мое сердце пора возложить на весы Анубиса. Твой пыл заставлял его биться слишком сильно. Безвинных нужно всегда защищать. Страсть солнцем сияла в моих глазах, слепя их. Ты правильно поступил. Я принимаю смерть. С этого дня незримые не поднимут клинка на невинных. И да будет так. Да найдешь ты покой в Дуате. И пусть незримые живут до скончания дней. Величайший предводитель Гамилат мертв. Но память о герое останется в сердце Синая. Убийцы миллиона мучителей. Гамилата. Божественной стрелы больше нет. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Разрушим их грезы. Пускай чтут героев. Пока о незримых позабыли. И это нам на руку. Гамелот умер ради высшей цели. Больше никаких лишних жертв. Мы не ошиблись? Наше убеждение. Мы обязаны передать всем, кто принес клятву. Пусть познают истинное кредо. Незримые рассредоточатся от Петры и до Иудеи. Навеки. Кредо должно будет пережить нас. Кредо должно быть превыше всего. Вернувшись в Рим, я буду говорить не о героях, а о дисциплине и стойкости. Амунет, наставница этого братства. Наш дух неугасим. А клинки неутомимы. Ошиблись.